Солнцезащитные очки Dior, Burberry и Chanel. Тюменские таможенники предотвратили ввоз контрафактных аксессуаров якобы этих брендов. Вблизи российско-казахстанского участка госграницы они остановили транспортное средство известной логистической компании. При проверке документов сотрудники таможни приняли решение досмотреть ввозимый товар, так как уже имели информацию от погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям о возможном нарушении законодательства. Правообладателями товарных знаков экономический ущерб оценен более чем в 1,5 миллиона рублей. В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб. Максимальные санкции статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет. В настоящее время все собранные материалы переданы в полицию для принятия решения. С начала года Тюменской таможне выявлено более 13 тысяч единиц контрафактной продукции с экономическим ущербом около 49 миллионов рублей.